перед персоной уже начал свой заезд, длительность которого 60 секунд, если вдруг кто-то забыл. Итак, смотри, так, это пока был просто разворотик, явно не этим он силен, два кильчика уже, вот это уже посерьезнее заявочка, посерьезнее. Даунсайд. Так, 20 секунд всего лишь на этого прошел Матвей Ратников, времени еще ого, сколько, так что давай подожмем, давай. Оппозиция в моменте. Сегодня будем вспоминать с вами, что такая оппозиция, что это значит, чтобы те, кто было лучше понятно для тех, кто не знает, что такое катастрофа самокат и вообще, что такое экстремальный самокат, можно. Ой, как вы оборфинами не получилось, зато руки выдержали. А, отлично, отлично. И 10 секунд у тебя еще осталось. Ну, попытался, к сожалению, не получилось, Не стоит, конечно же, расстраиваться. Я уверен, что катастрофы еще будут, в том числе и у Матвея Ратникова. Итак,